Кто такие фотографы в наше время, знает каждый. Они не просто делают различные снимки, они меняют стандарты, повышают планку и поднимают всю фотоиндустрию на новый уровень. С одним из таких фотографов и познакомилась наша съемочная группа. Это Анатолий Овчинников. Фотограф. Уже 2 года снимает городской пейзаж. Вот только привычная высота для фотографа – стихии наших пернатых друзей. Ведь излюбленное место съемок Анатолия – крыши. Мое увлечение фотографией началось с одной прогулки. Как-то мы поднялись на крышу одного здания. Мне очень понравился вид. Я сделал несколько пробных фотографий дома, оценил результат. Мне он совершенно не понравился. Мне захотелось передать всю красоту города, поэтому мне пришлось научиться снимать, что-то изучить, какую-то литературу. Вот с этого все и началось. Фотография может быть целью, может быть средством, а может быть и тем и другим, становясь смыслом жизни. Для кого-то это лишь способ заработать, а кто-то находит в съемке отдушину. Фотография – это не мое основное занятие. Фотография – это мое увлечение, хобби. Это я могу приятно провести время, выслеживая какой-то пейзаж, снимая какой-то вид. Почему именно пейзаж? Потому что я люблю свой город. Мне нравится как делиться красотой ее с людьми, с окружающими, с друзьями. Пейзажная фотография – это своего рода портрет. Но портрет не человека, а окружающей нас природы. И неудивительно, что такого рода искусство неразрывно связано с путешествиями. Разные города, страны, культуры – все это так и манит фотографов. Но и в родных городах у творцов всегда есть излюбленные места. Любимое место в городе – это залив, я думаю. То есть это подсветка, все то же самое, какие-то сооружения. Историческая часть с города тоже очень нравится. Это Западный Косогор, это где-то район ХБК. То есть очень интересно. Меня интересует, меня просто привлекают больше исторические здания, но современные новостройки мне не очень нравятся. В любое время года и можно найти какой-то момент, когда очень красиво. Зимой это снег, может быть, вечером как-то красиво подсвечивается. Летом это облака, зелень, весной цветущие сады. Мое любимое время года – это лето. Снимать в это время не холодно. Зимой очень холодно снимать. Моими фотографиями достаточно часто пользуются, обращаются ко мне. Какие-то в коммерческих целях, в некоммерческих. Если это некоммерческих, без проблем решаю. Может быть, советую какие-то фотографии выбрать, что-то, может, более подходящее. Бывают случаи такого, когда фотографии берут без разрешения, используют по своему назначению. То есть я к этому отношусь очень отрицательно и как бы стараюсь пресекать такие случаи. Фотография уже довольно давно прочно вошла в нашу жизнь. Причем любители и фотографировать сейчас хоть отбавляй. И все, что требуется для создания шедевра, это фотокамера, а также определенные профессиональные навыки и изрядное терпение. Вот только не стоит забывать, что очень часто конечный результат зависит не сколько от фотоаппарата, сколько от мастерства фотографа. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.